И это непростые структуры. Почему я так активно вмешивался и вмешиваюсь и контролирую работу адвокатуры и нотариата? Адвокатура должна быть под контролем, но должна действовать по закону и должна быть настоящей адвокатурой. Адвокат должен выполнять свои функции, не боясь ничего, и его действия должны быть основаны на нормах закона, а не на каких-то придуманных нормах свободы слова и прочей свободы. Мы уже наелись этой свободы. Слава Богу, увидели, какую свободу нам сюда несут. Ну и практическая сторона дела, ее так можно назвать, это принудительное исполнение.